Друзья, всех приветствую. Очередной выезд на Нижнюю Москва-реку. Но прежде чем мы окажемся на реке, я хотел бы рассказать ту тенденцию, которая сейчас происходит последнюю, наверное, неделю. На речке я был трижды, и все три рыбалки были, ну, не просто трудовые, а мега-трудовые. Минимальное количество поклевок, что в светлое время суток на джиг, что в темное время суток на воблеры. То есть одна рыбалка у меня была, я поймал два судака, я ездил без камеры. Вторую рыбалку я ездил с камерой, я не поймал ничего. У меня была лишь одна поклевка щуки на воблеры и одна поклевка щучки на джиг. И больше ни контакта за 8 часов ловли. Третий выезд я выбирался в город и пытался поймать окуней. За весь день, за 8 часов ловли было всего лишь 5 поклевок. Я поймал одного головля и одного окуня, и, к сожалению, это тоже не заснял. Сегодня очередная вылазка на Москва-реку. В этот раз мы отправимся в нижнее течение, туда, в Воскресенский район, по той простой причине, что буквально через 2-3 дня на Москву обрушатся сильные морозы за минус 20 градусов, и, скорее всего, река начнет замерзать и появляться очень огромные закраины, поэтому хочется успеть выбраться и все-таки в этом сезоне, в этом районе рыбу-то половить. Участок, который мы сегодня выбираем, он мелководный. На этом участке мы окажемся, я думаю, где-то к обеду, половим на джиг и потом останемся половить по темноте. На этом участке последний раз я был год назад, заезжал дважды, один раз по темноте, я не поймал ничего на несколько часов. Один раз заезжал ловить на джиг, поймал три небольших судачка. Опять же, это все тогда в кадр, по-моему, не вошло, я уже сейчас и не помню. Ну вот, хочется приехать на этот участок и детально его сегодня поработать. Но что-то мне подсказывает, что феерии сегодня в рыбалке не будет. Все те отчеты, которые я получаю от своих друзей, которые сегодня на реке, вчера были на реке, у всех ситуация такая плачевная. Если очень средняя и грубо это все систематизировать, то получается поклевка в 2 часа. А будет ли она результативная, будет ли она хорошей рыбой или мелкой рыбой, это уже, как говорится, как повезет. Рыбалки сложные, реально какое-то глухозимие, но мы сегодня постараемся. И надеюсь, что сегодня уже на четвертой рыбалке на камеру какие-то поимки и какие-то события произойдут. Так что мы на речку, и если вы сейчас это интервью в 3 минуты посмотрели, то значит, мы что-то поймали, и показать есть что, есть чего. Погнали на речку. Течение очень сильное. Можете видеть, я 10 грамм кинул перпендикулярно себя. И сейчас у меня уже, вот он, пожалуйста, на снос. В конце проводки уже будет почти вдоль берега. Очень многие не понимают ловлю при таком течении, постоянно думая, что нужно утяжеляться в весе груза, типа чтобы приманку не сносило. Это неправильный вообще вывод, неправильное решение, потому что ловля на снос, она очень характерна и актуальна. Весь смысл в том, что мы обрабатываем участок так называемыми дугами. У нас приманка идет постепенно. И дальностью заброса и траекторией заброса приманки мы облавливаем вот по таким вот дугам на снос интересующий нас участок. Если в стоящей воде мы это делаем прямыми линиями, косыми, скажем так, то здесь все происходит именно вот по таким вот дугам. И здесь самый важный нюанс – это подбор веса груза. То есть в данном случае вот на этом куске, если мы будем ловить на 6 грамм, то его будет очень сильно сносить, и приманка в полпроводке будет просто планировать где-то там в толще. Нас это не устраивает. 8-10 грамм оптимально. Если увеличится там до 12 или 14 грамм, то увеличится количество зацепов и пропадет фаза падения приманки. Это тоже критично. Это именно на этом участке реки. То есть на каждом, на другом похожем участке реки нужно подбирать вот именно эту золотую середину в виде веса груза. Если вы его правильно подобрали, то вы будете ощущать и контроль приманки, и у вас будет ступенька полноценная. Ну и, соответственно, и рыбе это будет нравиться.
А дальше уже просто эксперимент с приманками. Ну вот по этому участку реки я знаю, что здесь самое рабочее, это 8-10 грамм. И желательно дальний заброс, потому что все интересное здесь происходит как раз на середине реки. Чаще всего, потому что все подводные здесь бугры, которые находятся, за которыми прячется рыба, они находятся именно на середине реки. И дабы, чтобы заброс не страдал в этом случае, я частенько использую именно вольфрамовые чебурашки. Они имеют меньший объем и лучше летят. Тем самым позволяя увеличивать дальность заброса. Ну что, друзья, 2 часа ловли на одном участке принесли нам ровным счетом ничего. Конечно, обидно, вот, но мы сместились ниже, где-то, наверное, километра на полтора. Здесь тоже тихо, ветра нету. Здесь небольшая канавка, и вплоть до темноты сейчас попробуем ее обработать. Следов людей здесь фактически нет, какие-то старые, есть там одного человека, то есть место особо не тронуто. Есть ли тут рыба, мы сейчас узнаем методом кидай-крути. Кто это там у нас? Так сандалил. Нифига себе. Нежданчик. Не знаю, тут в нем 0,5 кило, наверное. Вот это окуня. Сколько же в нем тут? Ну какой он. Огромный просто. Так сандалил. Ну что ты? О, появились. Ноги. Шестьсот восемьдесят грамм. Ну давай, друг, беги. 680 грамм. О, опа, есть, подвисла рыба. Не крупная, но подвисла на первом же забросе. Жара. Рудер. Окунь. Хороший. Такой, наверное, грамм 200 с небольшим, наверное. На жару. За краешек губы он так попался. Вот такой вот кабанчик. Вольфрамовый грузик 8 грамм и перед ближней бровкой вот такой вот полосатый. Давай, друг, плыви домой. Опа, и есть. Кто это у нас? Короче, тут окуня стоят. Причем нормальные. Этот уже, наверное, грамм под 400. Смотри, какой. Вот это окунь. Бодрый такой. Рудер, жара, бейтс. С ближней бровки опять рудер от жара, бейтс. 50 миллиметров. Вот такой вот окунь. Грамм, наверное, 400 в нем. Обалденно. Мы его, конечно же, отпустим обратно. Давай. Опа. Это на щуку похоже. Да. Только я что-то не пойму. Не-не, сидит. Прям на этом нападении поклевка произошла. Я 5 грамм поставил. Щука, конечно. 5 жару поставил, короче, понял. 5 грамм только. Вот она попалась за самый краешек. Сейчас, подожди. Ну, понятно, где окунь, там она должна была быть. В пиявочках вся щучка. Вот она, хорошенькая. Ой, а что это у нее с клювом, друзья, смотрите. Не просто клюва нет. Друзья, попалась вот такая вот щучка. Сейчас она перестанет брыкаться. Смотрите, какой у ней дефект.
на лице. Мне просто части клюва нету. Вообще. Тихо. Облегчился я до 5 грамм. Ну вот попалась вот такая вот красоточка. Друзья, ну мы поменяли зону, пришли в такую небольшую канавку под самый вечер, начали обкидывать легкими грузиками, такими 8, 7, 6 грамм, начали попадаться неплохие окуня. Я поймал двух окуней, грамм, наверное, 200 и 400, а Кирилл вообще ввалил окуня под 700 грамм, 680 грамм, на небольшие вот виброхвостики. И сейчас я решил облегчиться, подумал, ну раз окунь клюет, попробуем поймать окуня. Поставил 5 грамм, жара, бейт, рудер. И попалась вот такая вот щучка. Кстати, щучка, вы можете обратить внимание, она с дефектом, у ней пол передней челюсти почему-то нет. Странно, почему так, но, видимо, с детства какая проблема у нее. Щучка небольшая, наверное, грамм 700. Мы ее сейчас будем отпускать, она была вся в пиявочках, я ее почистил. Но вот в канавке, где рыба есть, она, ну, сразу себя и показывает. Поклевки есть, рыба ловится. До темноты еще, наверное, полчаса, поэтому... Пока продолжим на джик ловить. Чуть сполоснем. Давай. Давай, давай, давай. Ух, как быстро она убежала. Пока. Зови покрупнее кого-нибудь. Опа, есть. Вот облегчение реально работает. Но, походу, это еще одна. Или что, это окунь? Такая поклевка четкая. 5 грамм. Длинное зависание и, пожалуйста, да все та же, жаробейтс рудер, да, 50 миллиметров, удар был, конечно, видишь, облегчение, прям облегчился, буквально 3 заброса, 2 рыбы, опять окунь какой, какой окунь вообще царский, вот он виброхвост творит чудеса, и вот такой вот классный окунец. Тоже в пиявочках. Супер вообще. Продолжаем рыбалку. Ты плыви. Давай. Сейчас приманочку чуть поправим. Влупил, конечно, от души. Жара бейтс рудер. Пожалуйста, 5 грамм. Да, все забросы вот так вот вниз по течению. Подбровку подносит, и вот прям за бровкой сразу клюет. Здесь такая глиняная бровочка со свальчиком. Опа, есть. Вот это полосатое безумство началось. Хороший удар. И окунь-то весь какой мерный, а. Вот это чуть-чуть поменьше, наверное, грамм 200. Но все равно... Жара разруливает таких полосатых-то ловить. Опа. Ну, смотрите, это же не кайф. Ну, этот помельче. Но все равно. Давай, друг, плыви. Вот это огонь. Вот это мы нашли местечко классное. С окунями. По таким рыбалкам, по последним, в кайф. И окуня такого половить. Прям здесь все за ближней бровкой клюет. Вот на 5 грамм начались прям четкие поклевки на паузе, прям удары. Заглатывает, мама не горюй, он, конечно, приманку. На 7, на 8 грамм он подвисал, но это и понятно, он здесь за ближней бровкой стоит, он просто не успевал. А 5 грамм уже прям нормальное зависание. Все четко. Самое жалкое, это то, что вот-вот стемнеет. Уже в сумерках ловим. Пришли сюда только за, ну, можно сказать, за полтора часа до темноты. Проверить это местечко. Кто же знал, что здесь будет так клевать? Но вот этот уже час с небольшим проведенных здесь, конечно, бы сказал, сделали, наверное, сегодняшнюю рыбалку. Опа, есть! Вот это раздача. Еще один. Ну все, они начали клевать помельче уже размером. Грамм по 200 такие.
Ну это же просто кайф. Ну этот еще, наверное, поменьше, уже 200 не дотягивает, но тем не менее. Приманочку он, конечно, мне подпохабил маленько. Пойду поменяю. Опа, подвис прям здесь, на мели. Слушай, ну они что-то все мельче и мельче стали клевать. Это вообще самый маленький, вообще, наверное, грамм 150. Я причем решил менять цвета. Сейчас мне тот испохабили, три окуня, я поставил более темный цвет. Все той же приманки. Жара бейтс уже темнеет, а окуни продолжают радовать. Это шестой окунь уже. Друзья, ну мы закончили первую часть рыбалки джиговую. С часу дня до, фактически до без 15:05 мы джиговали. Два участка проверили. На первом участке мы не видели ни одной поклевки абсолютно. Лишь только на той стороне видел, как мужичок поймал небольшого судачка, наверное, до полкило весом, так примерно по оценкам. Потом мы с Кириллом сместились пониже. Там была небольшая такая канавка, я ее давно еще знал. Мы решили там попробовать, и вы знаете, мы попали на выход, очень даже неплохой выход, с учетом того, как происходят последние рыбалки, прям реально очень такая неплохая раздача была, но опять же с нюансами. На 8-7 грамм рыба подвисала, и реально была очень быстрая ступенька, то есть я поймал двух окуней неплохих, потом мне откусили хвост, и вся рыба подвисала. Я начал уменьшаться в весе груза, облегчился до 5 грамм, и на 5 грамм уже на снос, на более такую длительную паузу окунь начал лупить. Плюс в прилове попалась еще щучка такая, грамм, наверное, на 700, с небольшим дефектом челюсти, то есть у ней почему-то верхней челюсти половины не было. Всю рыбу, конечно же, мы отпустили. Окунь, наверное, самый маленький, грамм, ну, может, 150-170, один. Все остальные такие мерные. От 200 до 400 грамм, и Кирилл поймал одного окуня на 680, прям реальный мордач. И, ну, это классно, это прям вот такой часовой выход, вечерний, в так называемый в час волка. Ожидалось, конечно, что будет судачок, ну и ладно, не было судачка, и не надо. Окунь бил очень жадно, сопротивлялся очень отчаянно, хотя снасти, конечно, у нас не совсем под окуни заточенные, но даже вот аваланч до 18 грамм я получил истинное удовольствие от вываживания таких окуней. А сейчас мы вернулись к машине, друзья, сейчас мы попьем чайку и выкладываем из наших рюкзаков джиговые приманки, привязываем воблеры и пойдем половим несколько часов здесь по этим перекатам на воблеры, вдруг удастся поймать судачка, может быть, какую-то другую хищную рыбу. Если за несколько часов поклевок не будет, то у нас есть запасной вариант еще на пару часов переехать на машине на другой участок реки. Но я надеюсь, что с судаком мы хоть с каким-нибудь сегодня встретимся, а там это рыбалка, и что-то предугадывать и предсказывать я, наверное, не буду. Пошли собираться, и вторая часть рыбалки продолжится, и я надеюсь, что рыбу вы увидите. Первая поклевочка. Там первый судачок. На зонер 90. Сменили мы участок реки, потому что на том участке вообще ничего не было. И вот на 90 зонер он за задний тройничок прилип. Вот такой маленький судачок. Здесь очередная поклевка. Очередной напильник. Все на тот же 90 зонер. Опять за задний тройник. Что-то сегодня с размером рыбы не задается. Давай, друг, расти побольше. Вот так вот, пожалуй, лучше. Что, друзья, стемнело. Первый час ловли мы половили по перекатам. Вообще поклевок нету. Решили сходить на часок в ту зону, где у нас ловился окунь. Раз окунь там был и он там клевал, значит, он неспроста там был, и есть вероятность, что туда может выйти судак, почему бы и нет. Для того, чтобы это понять, нужно сходить и проверить, хотя бы час в два спиннинга покидать, и если будут поклевки,
тогда там задержаться. Если вдруг поклевок не будет, то мы просто возьмем и переедем на другой участок реки. Последние дни я ловлю на, ну, два комплекта спиннинговых, скажем так. То есть катушка у меня одна, я меняю только спиннинговое удилище. Это либо, как сегодня, Z-Rex Avalanche 852 с тестом 4,18 грамм. Особенности, когда нужно ловить на легкий средний джиг, скажем так, и делать дальние забросы. Либо, если я применяю днем твичинговую проводку, в плане там ловли щуки вдоль отвесных бровок, то у меня сейчас чаще всего это Magic Craft Soul Stix 762 ML с тестом 4.22, то есть чуть мощнее, чуть покороче, как раз для того, чтобы удобно было воблеры в районе 100 мм твичить. Друзья, еще я хотел бы ответить на вопрос, который мне очень часто, ну, многие задают этот вопрос: какие сапоги я использую. Сапоги, которые я использую уже второй зимний спиннинговый сезон, это MacBoot'ы. Это MacBoot, у меня сейчас вот модель в этом зимнем сезоне Arctic Pro. Скажу сразу коротко, минусы и плюсы этих сапог. Минусы этих сапог в том, что они достаточно тяжелые. Они гораздо тяжелее, чем любые другие сапоги из EVO материала. И если вы до этого ходили там в различных EVO сапогах, то есть сейчас вариантов на рынке огромное количество со вставками, то MacBoot'ы вам сразу покажется тяжелее, нужно привыкать. Плюсы. Это нету вставки никакой. То есть там материал сделан таким образом, что я надеваю тонкий носок, сверху термоносок и все. До минус 15 градусов при активном перемещении по речке, то есть постоянные переходы, мы не стоим на месте, ноги не мерзнут. Там аккумулируют тепло, и получается, что мы, убирая вот эту вот всякую вставку и огромное количество разных носок, наши ноги в тепле, и это самое важное. Вот. Также достаточно огромный плюс, я считаю, это то, что сапоги фактически не скользят. У них очень хороший резиновый протектор, который очень хорошо цепляется за лед. Ну, понятное дело, что это не 100% они не скользят, если, как мы используем, допустим, кошки, но в них гораздо скольжение меньше, чем в обычных EVO-сапогах. Я это уже очень хорошо заметил. Если мы ходим по речке, как я, очень много, и погода то минус, то плюс, это достаточно важный такой момент. То есть минусы, они тяжелые, плюсы, то, что не надо надевать кучу носков. Они довольно-таки теплые, они очень теплые, я бы даже так сказал. И они фактически не скользят по льду. Ну, то есть это скольжение у них гораздо меньше, чем у обычных EVO-сапог. Для тех, кто спрашивал этот вопрос, я ответил. Прям под бровкой. Есть судачки-то здесь. Поклевывают. Опять зонеры, опять. Ну, кстати, с каждым разом чуть крупнее и крупнее. Друзья, ну поменяли очередной участок реки, и я поставил классический воблер Zoner 90, и вот уже третий судачок попадается. Размер, конечно, оставляет желать лучшего, но, ой, ну покажись людям, и я тебя отпущу. Валит снегопад, вот он, напильничек, ну такой грамм 300, наверное. Ну, вот они примерно такие и поклевывают. Крупных пока нету, но сегодня хотя бы мелочь клюет. Это уже, по сути, 10-й хвост за сегодняшний день. И, в принципе, ну, это неплохо. Будем продолжать. Этого я сейчас аккуратненько отцеплю и пойду отпускать. 90-й зонер, классика жанра. Ничего даже не придумываю. И вот такой вот рыб. Что так бьется-то, не пойму. Что, забагрил что ли кого-то? Нормально? Головы левые. Нормально? Офигеть.
А я же думал, что так бьется как-то странно. Так, это что сейчас произошло? Воблер Tomcat? Выключи фонарик, а то тебя не видно. Переварить-то хоть. Ну-ка. Кидал 110-е воблеры. Тишина. Ставлю вот Tomcat на первом забросе. Бам! Вот результат головы. Офигеть. Нежданчик. Я еще думал, как-то бьется он странно. Думал, может, забагрил кого-то. Огонь. Сейчас завесим, друзья, и отпустим. Давай, дружок. Слушай, ну белый хищник сегодня это. Красавец. Ну что, друзья, время уже близко к 11 часам ночи, вечера, как хотите. И, наверное, мы сегодняшнюю рыбалку будем завершать. Вторая часть была тоже по-своему интересной. Мы были на трех участках реки, на двух мы не увидели ни одной поклевки. Третий участок подарил нам поклевок 6, причем 4 из них произошли в достаточно узком таком промежутке и в месте, которое по рельефу особо, ну, ничем себя не выделяет особым. То есть небольшая канавка, завал палок, небольших коряжек проходимых. Но именно там попалось несколько судачков. Кириллу попался великолепный голавль. Что он там делал, остается загадкой. Какие выводы по сегодняшнему дню можно сделать, друзья? Близятся морозы. Уже с завтрашнего дня пойдет похолодание, и послезавтра уже обещают вообще морозы до минус 20 градусов. И всегда, ну, по крайней мере, очень часто на многих водоемах за сутки до наступления вот этих холодов рыба на реке довольно-таки активна. И сегодняшняя рыбалка тому подтверждение. Да, мы сегодня выбрались в новую зону, в которой с того года не были. В этом году первый раз. Могло произойти как угодно. Мы могли вообще рыбу не поймать. Но рыбка сегодня поклевала. Был окунь, была и щучка, были и судачки, и попался еще у Кирилла великолепный голавль. Рыба клевала, она клевала и на джиг со своими особенностями, она клевала и на воблер со своими особенностями. Поэтому запомните, перед морозами стоит съездить на рыбалку обязательно. Тем более, когда зимой есть открытая вода после оттепелей, нужно не упускать этот шанс. И рыбу поймать всегда реально. Ее можно будет поймать, конечно, и в морозы, если будет открытая вода. Но вот именно такая вот активность перед самыми холодами, она довольно-таки актуальна. И на нашей реке это правило работает фактически всегда. Ну а мы, друзья, будем закругляться. На сегодня все. Будем теперь, наверное, ждать оттепели. И надеемся, что речка в эти морозы не встанет. И мы куда-нибудь отправимся вновь. И обязательно в нашем видео расскажем, как будет следующая рыбалка. Не забывайте, друзья, ставить палец вверх, отпускать пойманную рыбу. Ну а у нас на сегодня все. Всем счастливо. До новых встреч.